Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы будем смотреть, что же подарили Диме. Конструктор уже открытый, к сожалению, я не успела сделать обзор на него. Но сейчас мы с вами посмотрим. Да, посмотрим, что там, что там. Что там такое, да, Дима? Тебя вот так там подарки. Подарки, да, вот так сфоткаем тебя. Сразу. Мальчики! Да, мальчики там, да? Вот она открывается. Открывается. Давай, вываливай. Приворачивай. Все там пусто. Ого, какой огромный. Это, кстати, конструктор от Лего. Лего у нас, по-моему, дупло. Да, я слышала, что появился такой. Смотрите, большой прям такой. Там дверка. Там они уже с бабой строили немножко, да, Дима? С бабушкой уже строили. Ну, какая. Бабочкой. Прям целая. Целый. Целый самолет. Самолетов у нас еще нету, да? Еще нету самолетов. Ты уже знаешь, да, как строить? Вот. Такой огромный, прям как тарелка какая-то. Вот, тезик. Мыльницу сделать в будущем. А, тут, кстати, есть книжечка. Вот, тезик. Самолет. А там что? Там вышка. Вышка, это что там для себя. Тут даже есть. Алло. Книжечка. Здесь все рассказывается. Здесь как реклама даже. Нельзя с животными, на самом деле я люблю животными. Что потом ребенок будет вот играть. Ребенок будет играть. И как мы в детстве строили всякие, как их там, заборчики для животных. Там, как их. Что тут корова? Интересно очень. Сибок там. Да. Мосики. Ну тут тоже там целый год. А, ну вот, да, вот он. Собирается вот так, потом колесики ставятся. Где твои колесики, Дима? Покажи колесики. Колесики где? Вот они, колесики. Да, колесики. Давай посмотрим, что здесь есть. Есть колесики такие. Кстати, тоже довольно большие. Здесь уже построено. А, тут одна только дверка. Писиси. Прям чувствуешь себя ребенком. Писиси. Здесь есть человечки. Все. Писиси. Человечек. Писиси. Два. Тут два что только? Писиси. Два человечка. Все. Писиси. А тут чемоданчик. Чемоданчик. Да. А вот еще человечек. Он же как будто сидит на стульчике. Да. Ну давай строить, построим, и потом вам покажем, что же у нас получилось. Так, ну вот у нас что получилось. На досочку мы поставили, на картонку. И так выглядит самолет. Большой он такой, объемный. Он прям катается так. Человечки. Вот Дима сюда поставил человечка, но его можно поставить туда внутрь. Здесь вот ящик там какой-то с чем-то. Классно. Короче, прям игрушка классная. Такие большие детали. И знаешь, что ребенок ее не проглотит, не съест.
ты уже играть начинаешь. И также тут вот написано А, да, да, можно построить вот другую. Ящик. Да, ящик. Построить можно другую, еще что-то. Вот также самолет здесь можно прям тоже самолет посадить, человечка, играть. Тут наложить вон много всего. Да, играть теперь здесь. Большие очень детали, кстати, они очень хорошо крепятся друг к дружке. Ну, хорошо, как бы, легко, можно сказать, крепятся. И они отрываются тоже очень легко. А, вот, человечек приехал. Ноги твои мешают. Человечек приехал. Я приехал. Прилетел на самолете. Давай будем грузить сейчас коробки. Ты коробку взял. Надо самолет открывать. Опа. Видите, как легко. И эти коробки кладет туда. Опа. Вот. Я загрузил, я забрал. Маша, я забрал. Пошел. А, вот даже есть место, чтобы для него. А нет, это не для него. Сел. Поместится? А, нет, сидя вообще. Ну ладно. Опа. Я готов. Я полетел. Все. Полетел. Полетел. И на елку сел. Полетел. И прилетел. Прилетел, да? Говорит, я забыл свой чемоданчик. Он что-то открывается, что ли? Упал! Чемоданчик. Мальчик упал. Он открывается. Опа. Да, смотрите, он открывается. Туда в будущем ребенок будет играть, и можно положить что-то интересное. Я забыл свой чемоданчик. Чик, положил его. Куда это дело? Человечка моего. Что ж такое? Ты что, моего человечка делал? Куда ты его делал? Сажать человечка. Самолет. Его туда сажай. Так, вот смотри, у него ножки двигаются. Опа. Ты ему еще забор, что ли, хочешь дать? Ну, забор-то у него там, наверное, не поместится. Сюда вот человечек. А забор попробуй сбоку вот тут положить. Вот. И накрывать сверху. Сверху. Чтоб самолет летел. Никогда. Забор мешает, Дим. Давай он забор в следующий раз перевезет, Дим. Давай забор в следующий раз перевезет. Че там? А, ты решил у него коробку забрать? А, ты его вот так решил сделать, да? Ну, правильно, давай так. Аккуратно. Нет, ты видишь, он не помещается, забор все равно.